конце октября 2004 года Ясера Арафата, бывшего палестинского лидера, перевели в больницу во Франции. Уже несколько недель он мучился от болей в области желудочно-кишечного тракта. За короткое время состояние его здоровья резко ухудшилось. Отказали печень и почки. 11 ноября Арафат скончался. Сначала его вдова Суха Арафат отказалась от аутопсии, но согласилась на проверку его личных вещей. Когда группа швейцарских экспертов обнаружила в них следы радиоактивного полония, Суха Арафат настояла на эксгумации тела и уголовном расследовании. Обследование останков Арафата провели год назад ученые из России, Франции и Швейцарии. Пока только швейцарская группа экспертов представила отчет по результатам эксгумации. Согласно отчету, содержание полония в теле Арафата 18 раз превышало норму. Вдова Арафата заявила о том, что смерть ее мужа была насильственной. Кто мог отравить палестинского лидера, пока не ясно. У Ясера Арафата при жизни было много врагов.